Друзья, всем привет. Сегодня мы опять на Корюшке. Сегодня, как всем видно, мы на дамбе. 7:30. Выставились где-то километр от берега. Уже начало поклевывать. Уже 4 штучки взял. Причем Корюшка в 2 раза больше, чем была в Репино. Так что начало положено. Смотрим, друзья. Что, ребятки, вот рассвело, такая вот обстановка на дамбе, пятница, народу немерено, корь клюет, размер более-менее, тоже штучек 20 взял, так что так, погода супер, все вообще идеально.
Так, ну что, ребят, 12 часов. Рыбки уже вон столько выловлено. Довольно-таки неплохо. Рыбка вся средняя. Самое то. Продолжаем ловить. Так, ну что, час дня у нас. После 12 еще совсем по дубу рубило. Все сидят, скучают. Вот. По улову, короче, сегодня побольше. Как-то так. Штук 140. Вот. Все, будем собираться потихоньку, да, ребят. Всем до скорых встреч. Всем удачи, друзья, и пока.